Добрый день, друзья! Вы на канале «Стройгарант Анапа», с вами я, Валерия. В этом выпуске вы увидите обзор двухэтажного дома 130 квадратных метров. Он создан для большой семьи. Он готов для сдачи, осталось установить калитку и ворота. Находится в жилом комплексе «Встречный». Приглашаю вас на обзор дома. Фундамент ленточный, от 70 до 80 сантиметров глубиной, толщиной 40 миллиметров. Заливается бетон марки М150, цоколь высотой около 40 сантиметров. Бетон марки М200, проложены все коммуникации, установлен септик дренажного типа. Для второго этажа заливается монолит с колоннами. Стены дома утеплены минеральной ватой Технофаз толщиной 50 миллиметров. После идет штукатурка дома с армирующей сеткой. Первая комната в доме – это прихожая. Площадь прихожей позволяет установить шкаф-купе. По всему дому, где установлен кафель, имеется теплый пол. С прихожей проходим в коридор. С левой стороны у нас расположен санузел. В санузле все готово для установки сантехники. Кафель выбирается нашим дизайнером. В каждом санузле установлена вентиляция и в гостиной комнате. Первая спальня на первом этаже. Очень уютная, просторная и светлая. Ламинат во всем доме 34 класса. Установлен блок розеток для ТВ. Установлены двухкамерные стеклопакеты, 3 стекла. Шумоизоляция хорошая. То самое место, о котором мечтает каждая хозяйка, это большая просторная кухня-гостиная, где можно расположиться за большим столом всей своей дружной семьей. Тут зона для установки газового котла немецкой фирмы Protern, двухконтурный, на горячую воду и теплый пол. С кухни есть выход на террасу, где чаще всего располагается мангальная зона. Поднимаемся по лестнице из качественного долговечного материала БУК. На втором этаже размещен коридор 10 квадратных метров, санузел и 3 просторных спальни. Площадь санузла 6,5 квадратных метров. Подготовлено все для установки сантехники, кафель с теплым полом. Пройдем в спальню. Ее площадь 17,2 квадратных метров. Вторая спальня на втором этаже составляет 15,1 квадратных метров. Площадь третьей спальни 13,2 квадратных метров. Компания «Стройгарант Анапа» всегда готова сделать перепланировку дома по вашим желаниям. Вашей семье всегда будет удобно в таком большом доме. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Стоимость дома вы можете узнать у наших менеджеров, которые с радостью ответят вам на звонок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч в наших новых выпусках. А дальше будет еще интереснее.